Аналогично шаблонным функциям можно определять и шаблонные методы. Давайте посмотрим на следующий пример. В данном примере мы дополним шаблонный класс массива при помощи такого шаблонного конструктора и такого шаблонного оператора присваивания. Надо сразу же отметить, что несмотря на то, что данный конструктор похож на конструктор копирования, а данный оператор присваивания я и назвал оператором присваивания, так вот, надо отметить, что те четыре важные метода, про которые мы говорили на четвертой неделе, а именно конструктор по умолчанию, конструктор копирования, оператор присваивания и деструктор, вот эти четыре метода, которые генерируются компилятором, эти четыре метода не могут быть шаблонными. Еще метод, который не может быть шаблонным, это никакой виртуальный метод не может быть шаблонным. То есть это вот пятый. Поэтому, несмотря на то, что данные методы, точнее конструктор и оператор присваивания, выглядит как будто это конструктор копирования, оператор присваивания, и даже можно аргументировать, что если мы подставим вместо значения шаблонного параметра other подставим значение соответствующее type, то данный конструктор будет конструктором копирования. Но так как по стандарту это запрещено, то вдобавок к этому конструктору и этому оператору присваивания надо будет определить еще и обычный конструктор копирования и обычный оператор присваивания, в которых будет тип аргумента, соответственно, просто array, и которые не будут шаблонными. То есть, несмотря на то, что сам тип array является шаблонным, все эти четыре метода, ну, то есть конструктор копирования, оператор присваивания, деструктор и конструктор по умолчанию, они не могут быть шаблонными. Зачем нужен такой конструктор, который я здесь определю? Такой конструктор позволит делать следующее. Например, мы определим некоторый массив целых чисел, как-то его заполним. После этого можно будет скопировать в массив другого типа. Ну, в том случае, если есть приведение от значения типа int к этому типу. Например, можно будет определить массив double и сконструировать его от массива типа int. Тогда при копировании вот в этой строчке произойдет приведение значений типа int, в данном случае они будут справа, к значениям типа double. Аналогично будет работать и оператор присваивания. Ну, такой оператор присваивания позволит сделать, например, обратное присваивание. То есть можно будет после такой конвертации присвоить массиву A массив B. И внутри этого оператора присваивания произойдет обратное преобразование от значения типа double к значениям типа int. Важно отметить, что так же, как и другие методы класса, шаблонные методы можно определять снаружи класса. Обычно затруднение вызывает, когда мы снаружи класса определяем шаблонный метод шаблонного класса. Ну, вот в данном случае оператор присваивания, шаблонный оператор присваивания, который мы здесь объявили, можно определить снаружи класса. Так как наш сам класс array является шаблонным, то оператор присваивания будет шаблонным методом шаблонного класса. Для того, чтобы его определить снаружи класса, ему нужно задать два шаблонных заголовка. Первый шаблонный заголовок, вот один, он будет соответствовать шаблонному заголовку самого класса. То есть вот тип type соответствует типу из параметров класса array. А второй шаблонный заголовок будет соответствовать шаблонному заголовку непосредственно метода. При этом, когда мы будем указывать тип, для которого мы переопределяем данный метод, мы должны будем указывать полное имя типа array. То есть мы должны будем указывать array с подставленным шаблонным параметром type. Здесь вот и здесь вот указывается конкретный тип уже. То есть внутри класса мы можем позволить себе указывать просто array, но при реализации мы должны уже указывать полное название типа.